Итак, привет, народ. Представим, что я вам буду сейчас рассказывать такую сказку, вообще шикарную, в которую тяжело поверить. И начнем мы с вот этого. Открывается такая дверца, такая... Отсюда бабушка такая в этом самом, в косыночке такая. Добрый вечер, дорогие мои малыши. Сейчас я вам расскажу сказку. Вот, но только не будет это сказкой, это будет правда и явь. Значит, это мой отзыв об одном из банков, в которых у меня есть кредит. Началась эта история, значит, в 2008 году, когда я еще был молодым и глупым, и нигде не давали кредит, поскольку в стране бушевал кризис, и единственным банком, который выдавал под небольшие проценты при помощи всего одного-двух документов, это как раз был Восточный экспресс-банк. В Сбербанк не пойдешь, там справок целая куча, в ВТБ такая же потеха, во всех остальных банках, ну, примерно все то же самое. Здесь они выделялись тем, что... У них можно было по двум документам, всего по двум, получить реально кредит. Ну, 1030, там, 50, то есть до зарплаты. Вот. И меня, значит, угораздило вляпаться вот в это, вот в этот вот, вот банк в этот, значит, вляпаться. Меня угораздило. Брал 30-ку, досрочно погасил, там, в принципе, все гладенько. Второй раз пришел, говорю, мне надо денег на машину. Они говорят, пожалуйста, я взял денег, чуть под большие проценты, хотя... Обещали, что будут, ну, как бы у них снижается процент, если платишь исправно или гасишь досрочно при последующем кредитовании. Вот. Значит, я взял, отдал, все здорово, все клево. И потом, значит, у них, пройдя, ну, достаточно длинный промежуток времени, я не брал, они все настаивали, как и все, звонили, предлагали, все было здорово, все было классно. Я говорю, не, ребят, не надо. Потом случилась сложная жизненная ситуация. Когда деньги, ну, нужны вот так, позарез вообще. У всех это бывает, многие через это проходят, маленькие сынки, не надо писать в комментариях, что у меня такого не было. Папка дал денег, все у вас там, все нормально, конечно. Вот, и, значит, случилась жизненная ситуация, сложная, мне потребовались деньги, этот банк мне предоставил кредит, то есть пошли на более-менее выгодных условиях. А хуже, конечно, чем у остальных, то есть, ну, на тот момент я кредитовался еще в нескольких банках. И вот у них были такие достаточно сложные условия, но они предоставляли кредит. И деньги нужны, поэтому брал. Взял, потом случилось такое, что у меня, ну, уволился я с работы по собственному, естественно, желанию, как у нас везде в стране это делается, и пошел в свободное плавание. В свободное плавание пошел, и случилось так, что нет работы. Нет работы, соответственно, нет заработка. Нет заработка, соответственно, нечем платить. Все банки орут, то есть вы как только у вас случается сложная жизненная ситуация, вы, пожалуйста, приходите к нам в офис. Рассказывайте, мы вам все сможем помочь, договориться, на любые процентные ставки, все, мы на все согласны, лишь бы вы вернули деньги, вы, чтобы оставались нашим клиентом. Хорошо, прихожу, значит, в этот Восточный экспресс-банк, чтобы вы просто знали, кому не ходить на будущее. Значит, я прихожу, мне такая мадам сидит такая, ну, вы знаете, я некомпетентно вам ответить на этот вопрос. Я говорю, хорошо, ну, подскажите, кому обратиться. Ну, вот рядом менеджер рядом со мной, он более старший менеджер, он сможет вам помочь. Я говорю, хорошо, опять беру там у них талончик, такая система, к кому сесть. Значит, сажусь к ним, к этому менеджеру, он говорит, здравствуйте, я говорю, здравствуйте, он говорит, что желаете, я говорю, понимаете, такая вот жизненная сложная ситуация, что не могу вам платить. Он говорит, ну как же так? Я говорю, да вот так, легко и просто, не могу и все. Но нет денег, там надо было им по 10, там по 12 тысяч, по 9, когда как платить. Инуитентными платежами. Он говорит, хорошо, мы можем предложить реструктуризацию. Он говорит, я ничем не могу помочь. Я говорю, дайте мне реструктуризацию, поскольку в других банках на это вот идут. Он говорит, нет, у нас такого нет. Я говорю, ну как нет, мне нужно, потому что либо я вам вообще не выплачу, и вы будете там со мной судиться, а у меня из имущества только автомобиль, и то не мой. Либо давайте как-то решать этот вопрос. Он там с кем-то созванивается, там ему говорят «да», и в итоге мне выдают сумасшедший кредит. То есть якобы реструктуризация, но насколько мне память не изменяет, реструктуризация – это вот это.
А то, что предложили мне, это не совсем реструктуризация. Это кредит на бешеных условиях, выгодных, безумно выгодных банку, ну, чтобы я хоть как-то мог расплатиться. Чтобы вы понимали, на каких бешеных условиях, я вам сейчас расскажу и покажу. Кому будет интересно, я даже могу вот это вот скан-копию вам выслать. Вот это вот мой договор с ними, график платежей, вот это вот. Там кому будет видно, не видно, что здесь. Я сейчас даже расскажу. Сумма ежемесячного платежа составляет 3889 рублей. То есть это максимально возможно из всего, что я могу выдернуть из бюджета и заплатить банку, чтобы хоть как-то вернуть долг. Но, ребят мои дорогие, из них сумма гашения основного долга 753 рубля 66 копеек, потом 468, потом 899, потом 924, потом 544, потом 1065, ну и вот в такой последовательности. То есть до, получается, где-то 16-17 платежа у меня там сумма вырастает до 1277. Потом, если до 30 платежа, то там сумма основного долга гашения 1648. Ребят, а сумма процентов, вот это прям самое смак, вот это прям супер. 3135 рублей 34 копейки, 3420 рублей 26 копеек, 2989 рублей 13 копеек. На 15 платеже где-то 2888, на 30 платеже только 2359. Это я плачу, я честно говорю, я плачу. Давайте мы посмотрим на основные показатели по кредиту, по вот этому сраному кредиту в Восточном экспресс-банке. Тут получается, что у меня процент, то есть я изначально людям объяснил, что у меня жопа, ситуация просто дец какая. Ребят, дайте возможность хотя бы вам вернуть основной долг, но банк, Восточный экспресс-банк, они же заинтересованы в своих кредитах, а точнее заработать со своих, тех, кто кредитуется. И общая процентная ставка годовых у меня составляет 34,499. Тысячных процента на 60 месяцев 34,5, то есть вот уже расхождение, ребят, то есть вот тут 34,90, это вот тут уже 35 прописано, вот 34,5, то есть уже плюс. Плюс, что хотелось бы отметить, до каждого 16 числа, если вы вдруг на день, ну вот, ну не получилось, как у меня в этот раз, оплатить им кредит. Ну, значит, на следующий день поехал, днем оплачиваю, все. Мне сразу плюс 800 рублей. Я думаю, вот это нормальная реструктуризация. Вот это, ух, ё-моё. Так, что еще интересно? Значит, сумма кредита, займа, лимит, так, 110 570 рублей. Значит, за 5 лет, получается, эта переплата составит 122 736 рублей. Кому, кто не верит, вот оно, вот, вот здесь, вот, вот, 122 736 28. Сумма основного долга 110 570. Это, блин, в какой стране такое возможно, что ты взял, блять, 110 тысяч, ты отдашь плюс 122 тысячи, ребят? Сумма процентов с тебя тупо заработает в два раза больше, чем оно должно быть. Я вот хочу честно сказать, ребят, как бы вы ни гаяли Тинькофф кредит, но в Тинькофф кредит я позвонил, объяснил всю жизненную ситуацию. На тот момент у меня сумма там кредита составляла там 120 тысяч, пусть даже там 125. Они просто тупо зафиксировали эту сумму, разделили на равные доли, там по 5 тысяч в месяц. Я теперь их гашу. Я гашу основной долг. Тут у меня 110 тысяч, и мне еще сверху на проценты. Ну ты же, блин, ну как бы ты же просишь нас, чтобы мы пошли навстречу. Поэтому мы с тебя заработаем еще 122 тысячи. Ребят, ну, честно говоря, я охереваю с этого. Дай бог, чтобы я расплатился с этим кредитом. Дай бог, чтобы со мной ничего не случилось, поскольку потом там вообще там жопа начнется. Я плачу ежемесячно, стабильно, все четко и правильно, то есть по их вот этой вот
хрени, которую они мне понапечатали, называемую, блин, этим график гашения кредита, во как, я плачу. И эти ребята не идут ни на какие компромиссы, вы понимаете? Буквально недавно, я пока складу буду рассказывать, звонит мне ихний офис. Это у них нормально, это у них так в порядке вещей, если вам будут звонить, не ведитесь никогда. Это полный бред и полное вот это вот разочарование людей в кредитах. Значит, они звонят, там такая девушка говорит: знаете, Владимир Сергеевич, поскольку вы уже у нас не первый там день кредитуетесь, платите исправно, все у вас там замечательно и хорошо, хотим вам предложить уменьшить сумму процентов. Я, думаю, нифига себе, может быть, поменьше буду платить, клево, я полетел. Они: приезжайте в наш новый офис по улице там Лизюкова, туда-то. Я: нифига себе, клево, я смогу платить меньше, я хоть где-то сэкономлю, и так бабок нет, но фиг с ним, я смогу. Я прилетаю туда, девушка там меня встречает, говорит: да-да-да, у вас назначено, то есть я туда набираю, мне говорит: да, назначено, в определенный день, время и час, они там перезвонят, приедете вы, не приедете, то есть у вас же такой вот от нас подарок вам. Я говорю: хорошо, я еду, я приезжаю, и, ребят, сижу полчаса как дебил, трачу свое время. То есть на вас смотрят как на дебила, вот реально, как на дебила, как на дегенерата, с кредитами по уши. И я сижу полчаса, мы оформляем заново заявку, мы все на понижение кредита, то есть вот этот у меня убирается, выдадут новую карточку, ну, в общем, все по-новому. И я прям все уже думаю, она уже отправила, сейчас смс-ка придет с подтверждением, я буду платить меньше, и тут вот прям... И тут, короче, приходит смс... В отказе. Вам отказ в кредите. Я спрашиваю девушки, говорю: а зачем же мне звонили с вашего офиса? Она говорит: ну как, у нас же новый офис появился, вот этот, на Лизюкова. А чтобы его отрекламировать, чтобы люди знали, нам надо как-то людей заманивать. То есть абсолютно откровенно человек говорит: нам надо как-то людей заманить. Поэтому будут предлагать всякую чушь вам, вы не реагируете, не расстраиваетесь, ну вот вам не одобрили перекредитование, реструктуризацию еще одну и так далее и тому подобное. Поэтому у меня складывается вывод, знаете как, вот есть люди, с которых взять в принципе и так нечего. Банки их подсаживают на эти кредиты, всяческими условиями заманивая, там, ты там такой. Они видят, когда человек нуждается в деньгах, когда реально у человека есть потребность, там, поменять автомобиль, там, купить лекарства, купить еды, еще какие-либо, поменять там телевизор. Ну, любые человеческие потребности, желания, банк идет на уступки. Но банк с тебя хочет заработать, поскольку это же бабки, то есть, и не 12-15%, как там Сбербанк, там еще какой-нибудь там банк более крупный, где надо кучу справок. Нет, этот банк тупо 35%, жах, тебе надо, ты придешь. И вот у меня складывается ощущение, что тупо вот, ну, издеваются над людьми. Издеваются над теми людьми, с кого, ну и так взять нечего, реально, по факту, взять нечего. Вот лично с меня взять нечего, я зарабатываю по нынешним меркам копейки, но банк, он возьмет свое. Даже тот же, ну, хотя это следующий мой отзыв будет про другой банк, а я кредитовался много, я вам про каждый банк смогу рассказать, который у нас есть в Воронежской области. И про Восточный экспресс-банк, вот такой негатив еще, вот такой огромный негатив. Поскольку это не люди, это реально ребят там сидят в вышестоящих эшелонах власти Восточного экспресс-банка, не люди. Поскольку ты к ним приходишь, просишь, говоришь: ребят, у меня вот такая жизненная ситуация, там, что хочешь, там, хоть при смерти ты будешь. Они скажут: нет, вы знаете, нет, мы не можем, вот такой кредит вам. И ты берешь, поскольку другого выхода нет. Если будет у вас возможность, дорогие мои друзья, никогда не берите кредит в Восточном экспресс-банке. Поскольку там просто тупо будут с вас выкачивать деньги. Не будут думать, что вам надо помочь как-то. Не будут надеяться, что вы отдадите кредит. Они просто тупо будут накручивать проценты. У них все это заложено.
что у них и так клиентов уже нет. Их количество офисов уменьшается с каждым днем. Тот, который на Лизюкова, это офис, который просто, можно сказать, сделали в нем ремонт. И все. Количество клиентов там минимально. И поэтому они и так с поганой овцы, как говорится, и шерсти клок пытаются урвать. Поэтому еще раз призываю всех включить голову. И ни за что, и никогда не ходить в Восточный экспресс-банк. Это мой личный отзыв об этом сраном банке. Благодарю, Владимир Сергеевич, можете пробить там. А это был канал ВОД. Всем здоровья, всех благ, удачи, денег, а самое главное здоровья. Кому нравится, ставьте лайк, палец вверх, подписывайтесь внизу на мой канал. Все ссылочки конкретно на этот сраный банк, еще на какие-либо их условия, на конкретно мою страницу ВКонтакте, в нашу группу нашего канала, все сможете найти в описании. Всегда все смотрите в описании. Всем пока!